Підписання цієї угоди – це ще один крок до реалізації стратегії розвитку нашого університету, яка спрямована на підвищення якості підготовки фахівців. Ми вважаємо, що оцінити результати навчання можуть тільки професіонали, незалежні професіонали. І якщо ми кажемо про мовні компетентності, то якраз екзаменаційний центр Кембриджського університету зможе об'єктивно і кваліфіковано оцінити результати навчання в нашому університеті, що стосується оволодіння англійською мовою. Наш экзаменационный центр и Национальный экономический университет имени Семена Кузнеца связывает многолетняя плодотворная дружба, партнерство в рамках Cambridge Assessment. Университет стал одним из первых и уже на протяжении 10 лет является партнером нашего центра как центр подготовки к международным экзаменам. Сотни студентов и преподавателей вуза, в том числе кафедры международной экономики и менеджмента внешнеэкономической деятельности, сдают международные экзамены Кембриджского университета и подтверждают языковую компетенцию международным дипломом. Итогом нашей плодотворной деятельности является сегодняшнее торжественное событие – подписание договора о сотрудничестве, о независимом тестировании и оценивании студентов вуза. Именно специалисты нашего центра будут принимать экзамены у студентов вуза. Экзамен будет проходить в формате международных кембриджских экзаменов и оцениваться будут все компетенции без исключения. Все студенты, успешно сдавшие экзамен на уровень B2, будут вознаграждены сертификатом нашего центра. А тот, кто сдаст экзамен на максимальный балл, получит право на сдачу оригинального международного экзамена.